В красивой сказочной стране цветами мир благоухает. Живут и счастливы вполне простые люди, что забот не знают. Ну, кроме тех, что жизнь их украшает. Растят детей, цветы и чтут соседей. Работают и строят, и никогда не ноют, что кто-то виноват в их жизненной судьбе. А если что, пеняют все себе. И было все прекрасно. Дружили, жили радостно на свете. Дружили все, родители и дети, сапожники, портные, бродобреи, под крышей строили оранжереи. И в этой радостной, счастливой атмосфере дружили Герда с Каем. Им нравились цветы, и жизнь казалась раем. И было все на свете хорошо, и были планы построить дом, купить диваны, для кухни утварь и горшки, и для причесок гребешки, но было суждено иное им вскоре в жизни испытать. Никто не знает, что случилось, но вдруг внезапно Кай и Герда друг друга перестали понимать. И вот уж нет ни глаз горящих, ни слез, что с радостью текут. Застыло время, и ненастье неведомо откуда появилось тут. И надо ж было этому случиться, здесь троллю мерзкому на свет родиться. В нем доброты не сыщешь и на грош, а злобной зависти сполна найдешь. Все было бы ничего, но он вредить затеял. Откуда взялся этот мерзкий каверзный злодей? В подвале мрачном и безмолвном, похоже, обозлился на людей. В своем ужасном мрачном замке он зеркало заколдовал. В нем правда ложью отражалась. Слова доверия мгновенно превращались в нем в обман. Трагедию такую не придумал бы ни Бог, ни царь и ни Шекспир. Он радовался этой шутке смело. Всю нечисть он собрал на званый пир.